Участники были как заявленные, так и те, кто присоединился по ходу мероприятия. В жюри прозаик, член Союза писателей Ирина Иваськова, писатель Елена Суханова и специалист молодежного центра «21 век» Владислав Баринов. Помимо грамот, трое победителей получили сборники стихов поэтов-классиков. По мнению организаторов, специалистов библиотеки, конкурс в очередной раз доказал, что стихи Серебряного века бессмертны, а библиотека была и будет местом встречи для активной, интеллектуальной и талантливой молодежи. Кто сказал, что земля не поет? Что она замолчала навеки? Нет! Звенит она стоны глуша из-за всех своих ран, из-за души. Ведь земля — это наша душа.